Есть какие-то возражения? Нет? Сфера ЖКХ не получит субсидий. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Сергей Носов. Сейчас идет активная работа по формированию бюджета на 2019 год. По этому вопросу возникает много споров, говорят специалисты. Большинство связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Среди них получение федеральных трансфертов и выплата зарплаты работникам. Сегодня общий долг Магаданской области по жилищно-коммунальному комплексу составляет 3 миллиарда 800 миллионов рублей. По словам Сергея Носова, при предоставленных отчетах о весомой прибыли ресурсоснабжающих организаций о дополнительных субсидиях не может быть и речи. Никаких субсидий без объяснений вот этого безобразия никуда не будет. Но более того, если они вдруг и будут вниз, то будет они ровно на зарплату людям. Чуть численность и выход на работу, дадим возможность как проверить. И платиться они будут напрямую. По соглашению, как с вами будут подписаны. По мнению губернатора Магаданской области Сергея Носова, основным источником дохода ресурсоснабжающих компаний Колымы должны быть средства, полученные в результате работы по снижению коммунальной задолженности населения. Магаданцы должны организациям около 3 миллиардов рублей.